Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите Химкинское телевидение. Все, чем запомнится сегодняшний день, 4 января, в репортаже Дарьи Любимой. Новогоднее представление 32 декабря или спектакль с таким необычным названием сейчас проходит в ДК «Родина». Ребенок, придя на елку, должен сразу получить подарок. У нас все-таки хороших людей значительно больше, чем плохих в стране. Понимаете, просто они ведут себя скромно очень и незаметно. И сегодняшняя елка яркий тому пример. Елка будет веселая, красивая, интересная. Участники, которые и организаторы, приложили все максимум усилия. Мы все знаем, что у нас в Химках всегда самая лучшая елка Подмосковья. И мы решили эту елку сделать благотворительной. На этой елке будет, в общем, сложности около 60 человек. Соответственно, никто из молодых химчан не останется без подарков. И елки проходят не только здесь, они пройдут и в арене Химки. И в общей сложности где-то около 3000 билетов будет у нас выделено на различные мероприятия, связанные вот с празднованием Нового года. Я пошла со всеми здороваться! Раз, два, три, чудо, оживи! Чудеса, превращения, привлечение гостей в само мероприятие. Эти и другие сюрпризы ожидают всех гостей, которые придут на главную химкинскую елку сюда, в ДК «Родина». Помню, ровно год назад видел этих я ребят. Год промчался, словно час, я и не заметил. Вот и снова среди вас, дорогие дети. Снегурочка, а давай-ка полюбуемся ими всеми сразу. Конечно, давай, дедушка. Ребятки, вставайте в большой-большой хоровод! Делать шоу сказочным и волшебным помогают артисты театра «Апрель» и, конечно, хореографическая студия «Весна» ДК «Родина». Да, или еще лучше, мы подарим вам тапки! В которых можно танцевать все танцы народов мира. Да мы и так хорошо танцуем. 4 января всегда ответственная елочка, потому что это елочка главы городского округа Химки. И, естественно, мы все очень готовимся, очень переживаем, чтобы она понравилась всем ребятишкам, вручаем подарочки. Подготовка к Новому году у нас по традиции идет, как только эта елка закончится, так сразу к следующей елке начинается. То есть сценарий пишется, номера, костюмы. Летом сдаем и с сентября начинаем уже репетировать. Это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В середине декабря у нас сдача. То есть тяжелый график. 10 актеров задействовано, если вы заметили, там немножко меняются. Хореографии, 2 состава по человек 40, плюс анимационная группа «Оранж», плюс еще здесь отдельно у нас на елочке. Ну, много, больше 100 человек. Все было отлично, представление просто супер. Как там у Китай подушки? Получить заряд бодрости, хорошего настроения, а также проверить вокальные и танцевальные способности можно было сегодня, 4 января, в парке Толстого на главной ярмарке Подмосковья. Коллективы Дома культура «Родина» предлагают объединиться всем жителям городского округа Химки в один большой хоровод. Хоровод дружбы. Именно так называется сегодняшнее мероприятие.
вам сегодняшнее мероприятие? Замечательно. Парк становится все красивее и все лучше. Я слушаю здесь каждый день замечательные концерты. Вчера были дети, несколько молодежных центров, а сегодня и оркестры, вот еще казаки, видно, будет прекрасно. На сегодня праздничные мероприятия подошли к концу. Ну а завтра, 5 января, мы вновь встретимся на Химкинском телевидении. С вами была Дарья Любимова. До встречи.